Проще зайду. Меня сейчас слышно? Да, слышно. Я пару минут попробую зайти, если нет, то будешь редить, там доберешь электрика. Вот зашло. Травма. Чек на пол. Блять. Это было неразумное решение. Я только попробую на вкус. Такое.
Цапку прожму на взлёте. Олег, дай гимн, ман. Кнопку на. Ой, гимн отхил. Давайте сейчас рост. Как вам такое? Страдайте же. Дайте еще кто-то гимноман. Колея упала. Как жопой чуял, да? Не по КД падают. Все, пока, Олег, спасибо за рейды. Давай. Так, это кому-то надо? Что тебе угодно? Выманите их сюда. Танки, врывайтесь тут. Есть хилы туда. Неподходящая цель. Это левые милики, правые. Че, Светлана, тебе надо было? Кому? Там Моровинт написал. Какая шея? На арп? А вот он себе назад падал. Давайте, роги поднимаем вас. Передай Релла.
Не могу себя в пати кинуть. Вот вы мне объясните, почему Полена ходит не с плащом с рука, а с хали? В чем прикол, я вот не пойму. Подай больше. У кого-то есть еще хилые дайди? Тереть экспеки сектан, хила. На боссе теоретик апис. О, на рейде точнее, теоретик апис на боссе. Машулечка, вот Шизар я. Руки. Сейчас дам кулак. 300 баф тоже. Листы бьем взрывом разума. Сейчас пару секунд еще ждем. Ставь там метку на Войда, на отхилиш. Да. Тотема, не вижу тотема. Почему так остуй? Теоретик подымай, он бива. Сразу даем бафы ему. Занимаем порталы, вправо будем идти, в центре будем собираться у ворот, короче. Молодец, Машуленька.
Для кого я говорю у ворот собираться? Так, сзади босса собираемся в центре. Да, сейчас еще меньше стаков. Да блин, не бьем. В центре собираемся. Еще два портала, наверное. Еще один портал. Лифинг, гимн на ФП. Навара ДК ДК. Маги надо. Лисовое тело. Yeah.
тайм убирай. Не знаю, зачем мы сюда явились. Тушим рыбу. Обновляем бафы. Каску по оку дайте. Спасибо. Лифен, Animal Jazz. Все, погнали. Лифен, ты первый даешь сакру на притяжке. Метки смотрим, метки вперед, дистанцию держим, подбиваем сначала крайнюю. Сват, это что было? Никогда квест, так... наверное, делает. Не делает так больше никогда. Не бейте глыбу, за которой стоим. 114к, не бейте, звезду не бейте. 85к уже. Все, теперь сливаем. Не надо вязать коши и визы. Надо для метки кинавис. Бежали. Даю сакру. Спасибо. Лифин, Клота. Че? Да, вижу. Я не молча закинешь каску описываю. Тогда будет взлетка. Это выходит с ростом мы бы перевели босса, да? Три ляма осталось. Так, Белин, будешь хватать босса, а мы бы ДК метка.
прячемся. За 200 тысяч звезду. Крайнюю не бить, там 120 тысяч перебежали. Звезду подбить. 150к там. Кружок подбиваем. Ну, о господи. Давай, выравнивай босса сейчас. Смысл вот, встань в звездочку, ставьте босса там, где звезда стоит. Давай быстрее. Он уже танчит. Ладно. Все метки под босса. Разул под босса. Мелики отошли. Метку слить. На мне освобожденка три хила хилит. Под босса следующую метку. Крызар. Два хила хилят. Не разбивайте метку, притяжка будет. Белин, давай сакру. Клод, не стакай ничего. Я не стакаю, с чего ты взял? Моровин под босса, ну тебя притягивает куда-то. Надо же поддерживать. Потому что я выносила. Ну вот видишь, ты выносила, значит стакала. Сливайте метки быстрее. Один стак, это разве стак? Носок под босса. На сегодня стак не надо никуда выходить. А, да, вот так, блядь. Сливайте все метки, кто в живой остался? Только я, у которого реакция есть, да? Дайте гимн на хп, кто живой тут. Под босса. Даю сакру. Сливайте быстрее метку, я пока хилю. Следующую в сторону выносите метку. Зелон в сторону. В сторону выноси. Гимн отхил с роли. Гимн отхил. Гимн отхил. Гимн отхил. А, ну все, это я уже пал. Падаем. Спасибо Белину. На скус мы с водой. Стой, морозимся. Не метка, не убегай. Почему нельзя выровнять нормально босса? Сухая геометрия, как бы там не в боссе проблема, не в Белине, а в том, кто выносит метку. Согласен. Но можно же еще подыграть немного метки, выровнять нормально еще босса. Ну, тут два варианта развития событий. Либо вести себя как не знаю, как стадо, и ну просто надо выносить. И немножко в сторону клыка вот этого, который на локте босса. И подальше немножко от красного ушка. Можно отбежать от этой метки, как сделал я, например. Смотрю, что вот носок улетает, он туда куда-то. Наверное, надо отойти от него. Рейд отморозился весь. Но обычно за другие классы, когда играю, всегда кнопку налево нажму, ну, палец над этой кнопкой, как будто... Когда кто-то выносит близко вот к этому кружку, я всегда стараюсь среагировать, отбежать. Я сейчас просто хилил, увидел, что он летит в рейд и понял, что, блядь, хуёво. Я смотрю, такой в рейд летит, такой думаю, ну все, пипец, такой в метках оказался, такой пик-тик, а не заморозился. Аж ноги вспотели, да? Жирнок, оставайся в рейде, отходи уже сейчас. Ко мне перевяжись. Есть кого показать, Ром, посмотри. Он же демон. Тык на сумму быстрее. Не достаю
где лок? Почему он там стоит? Пошел. Ну, знаешь, что в ФК не будет наличия, сразу пуляем наличие. Никто не отходит после Синдры. Дай эти лапы. Может, демон нет? Ну, ничего страшного, это не ваша проблема. Картина? Какая-то ачивка там на БГ, на Альтераке, по-моему. Это короче. А кто знает прок вот этой тринки? Скрытая КД, кто знает сколько? Пару секунд. То есть может часто прокуд, да? Нет. 30 или 45 должно быть, если такой прок. А вот этой карты величия сколько КД? Тут мне показалось, что он чаще проклят интеллект. Это заклинание еще не готово. Ну, давай без лока, чё. Зачем люди вот вообще вот эти читы качают, или что это макрос, ну типа 99 из 99? Кто тебе сказал, что это читы? Это не чит. Ты пишешь ролл 99-99 и просто делаешь. Понял. Но у меня самый большой ролл, если что, давайте голды сюда. Я пока не могу прочитать заклинание. Так, вот прокнуло это получается. Сейчас посмотрим через 30 секунд. Харзул уже просрочил 2 минуты. Что там? Сделаем с ним. Сейчас собой крутится. Да, 45, походу, не скрытый, когда. Я могу на демона зайти. Ваня. Любого ДД найди. Ваня. Ваня. Запускайте босса.
Тетрус. Тетрус. Поздно поймал. Подождите на рейд, пожалуйста. Да сам левее встань, что у тебя проблемы какие-то, что ли? Ну блин, я в спину бью всегда. В спину. Я так бью. Играя за любого мельника, дают топ-3 ДПС, бью вот так, как все. В спину. Это высокий уровень мастерства. Никогда не отлетаю никуда. Если это только специально. Да не так, что мы не знаем. У тебя, наверное, по геометрии четверка была, да? Здрасте, больно. О, лох, смотрите, спрятался. Ну, Олег, я вас не пытаю. Лока, ты куда? Разул. Отбежали, сзади падает. Звезду не бить. 78к уже. Заднюю метку подбивайте. Теоретик поднимает дрягу. Бафы. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Смотри, кто отлетел, геометрию не знаю. Двоечник. Можно критерий гильдии сделать такой. Так в спину хорошо бьется этим голосованием, котом играют, это нормально, трогай. Не знаю, почему вы так близко там стоите, как много какие-то. Геометрия просто тройка была. Тройка, блядь. Тройка у меня бы там. Не бить звезду, не бейте звезду, ну ё-моё, бомбу кто-то обновляет. 70к осталось. Еще один. Андреага, подымешь хабу, поднимай сейчас. Слева лежит. Вставай быстрее. У вас еще привычка такая плохая, подумать 2 секунды, встать потом. Давай эти бафы по хабе, каску, пристабаф, лапу, интеллект. Теперь бессильно, а теперь почувствуйте все. Метки под босса. И погрузитесь в отчаяние. Уровень под босса, прожмись. Филакс под босса. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Не бить метку. Бабка, беги! Это вам на приколе право-влево вот этот лифин, который сейчас делает под босса. Стаки просто. Ну, будет КПС.
стак. Давайте метку, давайте рост. Трудно не набирать стаки. Машулька под босса. Давай, Андреага, под босса. Кожу прожми. Давай, эти метку. Сейчас будет притяжка на следующей метке. Разул под босса. Ждем. Беги, малышка, беги! Сторону метку сейчас, в сторону. Сака, у тебя есть, блин? 40 секунд. Ладно, бьем так. Давайте попробуем 3 ляма зарганать. Получится у нас или нет. Свата в сторону. Личка на оф. Хотите? Так, Selfish Moron станет Ромбик, Туз и Белин. Первую волну Вали, Кружок, Animal Jazz. Вторую волну я застану. Тыкайте носом. Так. Зар, Зелон, Зефилакс. Аба. Крейзи Сокс. Тут где-то там. Выходи. Это забыл накинуть. Что я запускаю? Милики в квадрате стоим. ДД в звездочке. Так, Сумасвод, ты помнишь, да? Что тут делать? Танчить лицом, увеличая лицом к РД-зоне, вести лича за вальками, но на тебя может кинуться
и ловушка, и лужа. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Кто по дисполитику? Ты пройдешь через... Никто. Так. Норов. Еще раз, последний раз. Я побью в миле за демона. Да будет так. Ладно. Ну побей, все равно. Да уже поздно. Я оставлю тебя, чтобы ты увидел все. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил его. Чаркающий. Милики перебежали, ловушка. На танке ловушка. Милики квадрат. Чума, одна секунда. Виталий Кун, чума. Где ловушка? Ну да, я. Аба на тебе, ромб. Милики перебежали, квадрат встали. Можете трэш пока побить, когда еще идет физифилакс. РДД ловушка. Второй шаркующий сейчас вылезет. Медленький в квадрат, ловушка. Ну, сейчас будет 3 секунды. Забери шаркующего. Призар, чума. Шаркующий. Апекс, поднимай, I can fly. Медленький в квадрат, проводи дальше трэш. Артвейдер, снимай ступление с шаркаря без метки. Держи каплю. После ловушки все идем на край. От нас. Так, ловушка, РДД, веди лича на край. 2%. Блин, чума, диспелю. Все на край идем. Анимал Джаз, давай. Ничего не давай уже. Лифингим на ману. Лифингим на ману, Машулька. Играйте точечно в этого милого духа, милики забьют трэш. Машулька, гимн, какой гимн, тему поставь там на ману. Бряга, иннер, машулечки, теоретики, иннер, машулечки. Писты, ханты, следим за сферами. Первая волна, кружок, анимал джаз, ромбик, селфиш марон, трусы билин. Я могу дать баф, что круто. Да, согласен с тобой. Каску, помогу. Крестобаф, лапу, интеллект, крест, помогу. Последний ду, 5 секунд, чтобы убить. Сферку убиваем. Милики пошли в центр. Становимся звездочку. Анты тоже звезду становимся в одну точку, когда вальки появляются. Так, кружок, вар, ромб, холипал, трусы, бру. Играйте валик. С центра всем выйти сейчас. По бокам стоим, будет осквернение. Побежали от меня. Добиваем трусы. Сумма свода хилим, 20% хп. Веди в центр лича, давайте рост. КД 20 секунд. Вот, если КД, то, наверное, не надо давать рост. Я не видел. Ну да. Сам продаж под осквернение с первой валькой. Будем выбегать лево-право.
выбежали. Так, меня схватило, я в трусах. Братья все вальки, я в трусах. Зелон в ромбике. Трусы главное слейте, потом можно ромбик, кружок. Три топовых человека по ДПС схватило, Зелон и Ряга и Стил, да? Вышли все с центра, будет осквернение. Давай за звездой веди Ильича. Да, становимся как на первых вальках. Анимал Джаз, стань кружочек. В звездочку становимся. Так, кружок. Я да, я застаню. Искоренение скоро, давайте быстрее добиваем. 2 секунды искоренения с центра выйти. Апис искоренение, трусы добить. Играем Лича опять. Поворачиваем на другую сторону Лича сейчас. Еще одни вальки будут. Становимся вот так. Не молжа станешь кружок. Последние вальки. После валик сразу искоренение, поэтому стоим слева, справа от валик или сзади. Раз, два, три. Разбежались, разбежались. Встаньте, Ром. Воет, Ром, встанешь. Братья, слышал. Ну, что поделать. Давай без Деминишенко будем играть. Чисто надавали станом. Давайте все на край, осквернение, рейндж набрали. Возле звездочки держи Лича. На край все идем. Так, на пула нет, у нас всего лишь два ханта, всего-навсего. Поэтому на пула не будет. Кружочек играем, минус один у нас. Станил, Валька, была этот иммунитет. Играем во второго духа. Диспель сала. Следующего духа играем. Кружочек. Ты им откатился. Классно. РСС по кому? Кинь, Аписа давай кинь. Господи. Так, добили. Кружок, надо ромбик добить. Сейчас он повернется в рейд. Нет, не повернулся. Ходим в звездочки. А, это мы без роста еще били вторую фазу, да? Ага. Интересно. Просто как обычка какая-то проходится, да? Ага. Ну сейчас мы выйдем, после осквернения дашь рост тогда. Сейчас мы выйдем из комнаты после осквернения рост. Мнение на Моровинде, давай рост, миники Лича, духа, давай рост. 20 секунд, 13. Хорошо, не давай так, не надо. После следующей комнаты. Вернение сейчас. Интересно, сколько будет после следующей комнаты минус? Какой минус? О, минус людей. Ноль.
А если духи сейчас дойдут, то может минус 2. Можно маны по Лену? Ну да, можно. Маны по Лену. Дряга, теоретик. Что там? Истинная. 0 со звездочку. Пока Рос, не давай после комнаты. Два полена. Кто же выиграет, Чезар или Апис? Пять 700 и 5 400. Если Апис сможет восстановление разбафать до комнаты на все 20 человек, то он догонит Чезара. Это не точно. Давайте к порталу все. Ставь тотем и давай рост. Сквернение 2 секунды. БДК сквернение. Блин, я думал, мелики пойдут через лужу. Эх. Было такое уже. Там говорили, это БДК повел так. Последняя комната. Дрейф уже составляет 500к. 530. Двадцать 750. Давайте дадим сакру. Носок сдался, 583. Водили чем портала. Нет, это не носок. Сколько прошло времени с пула ребра? Больше 2 часов. 3? Нет, примерно 2:10 где-то. Ну вот, ждали лока 5 минут. Ты самый сваток, снимай диван и перегоняй ангела. Ждали. Сильнейшие из моих слуг пали под вашим натиском. Сгорели в пламени вашей. Ну, варенька, только я могу. Нормально, нормально. Кем? Паладином. Ну да, прихиливать. Да. Ну, когда ты во тьме, то моя в свету. Неплохо, Чезар на хижу. До 4. Как я и рассчитывал, тебя следует наградить за этот невольный подарок. Что-то не вижу его, был в рейде Бендера. Онлайн, но нет уже его. Сферы ледяные бьете. Давай посмотрим. Вам показали, я первая. Вообще кошмар. Клотер, молодец, Артвейдер. Не ожидал тоже. Лифин. Минус. Сруля минус. Хабба минус.
Так. Зловещий дух. I can fly multidot. Вот он молодец. Эндриага теоретик не очень. Лифин тоже. Минус руля, минус. Да, такие себе шипы вроде. Только Клотов нормально играла. Я вот заметил, Лена в каждом рейде старается, на самом деле. Я должен за иссушением, что любить, наверх. Новые бомбы появляются после каждой смерти. Не правда. Иссушение. Почему не правда? Ну, потому что не появляются. Посчитай, сколько там духов умирает, и посчитай, сколько регенятся эти бомбы. Вообще была такая тема, то, что духа убиваешь, и их становится больше со временем. Бомбы падают. Да, да. Еще говорят, что мыши из гнилой соломы родятся. Что? Это все слухи. I can fly, мультидотал валик в воздухе и духов тоже. Поэтому набил по лечу 42% всего лишь от общего урона. А свата 57. Как спалить мультидотера? Fly еще маленький, но... Прилив. Ладно, заберусь себе. Далеко это на оф. На оф это никому не идет. Если только ретрику. Да, сейчас приливы бы еще не ролить. У меня, короче, у меня уже есть, я не могу его взять. Глора. Не, если выбирать прилив и теренаску, то лучше прилив, он не такой уродливый. Так, офф, Animal Jazz, тебе надо на офф? Нет. Окей. Да, остается в личе. Так, что там еще у нас? Защитник. Чем лечу, давай лучше распалим. Встретиться с тобой большая честь. Зеленая. Портвейдер. У кого нет коня? На ком когда? Четыре человека. Рольте тогда. Не знаю, кому отдать, все слакали. Самосвод, у тебя нет коня? Тогда самосвод отдам. Он не слакал.